Вот такой получается напиток в результате. Как раз к новогоднему столу может послужить некоторым сюрпризом. Эти яблоки остались висеть на деревьях. Вот сегодня 31 декабря, канун Нового года. И сейчас я их соберу. И попробую приготовить из них один напиток, знакомый с детства. Надеюсь, вам понравится. Я намеренно оставляю их на деревьях. Не всегда получается, потому что зимы в нашем регионе не очень холодные. Но когда выдается вот настоящая холодная зима, то из них получается совершенно обалденный напиток. Моем их, пока они еще замороженные и не отошли. И складываем на разморозку, стараясь не нарушать внешние оболочки плода. Помыть обязательно, потому что все-таки и пыль какая-то на них скопилась за время. Хотя были дожди, они помытые, но все-таки от греха подальше лучше помыть. И помыть надо быстро, холодной водой, потому что они мгновенно покрываются ледяной корочкой из-за низкой температуры, при которой они находились. И вот уже размороженные яблочки. Нужно вот так вот дырочку проделать и отжать из них содержимое. Для начала просто вот размолоть, если не получается сок чистый вытащить. Хотя часто прямо сок идет. Вот видите, как брызгает. А потом это все дело процедить. Кто знает, что такое ранетка сибирская, которая зимой детворой и птицами поедается, то вот вкус этого сока очень сильно напоминает вкус тех самых ранеток. Вот, то есть дырочку проделываем, выжимаем содержимое, а потом процеживаем. Вкус очень необычный. Ух ты, слишком сильно стараюсь, спешу, и брызги летят в разные стороны. Ну, в общем, процесс одинаковый, не буду утомлять. Процежу и покажу уже, что получилось. Вот такой получается напиток. Как раз к новогоднему столу, и можно порадоваться и в новогодние праздники, и на Рождество. Только при условии, конечно, что зима настоящая, морозы настоящие. Как видите, никаких затрат, а по выходу сока это даже больше, чем если давить сок из яблок. Но и не забывайте, он слабоалкогольный, потому что осень, перепады температуры, естественное брожение внутри, он немножечко, так сказать, имеет как квас примерно алкогольного содержания. Спасибо, с наступающим Новым годом!